Кокомон Амигос, сегодня с вами Вакот, и мы начинаем играть в кое-что новое в City Skyline. Да-да-да, вы не ослышались, это не то, что вы подумали, это совсем новое, потому что я сейчас решил поиграть в песочницу, то есть полностью песочницу, давайте назовем ее Вакополис. В чем же заключается сама песочница? А песочница заключается в том, что у меня все уже открыто полностью, все, видите, у нас все есть, и мы можем строить на всей территории, которая у нас доступна. Ну что ж, я предлагаю начать уже сейчас, но для этого мне нужно кое-что поменять. Мне не нравятся вот эти дороги, и начну я просто с самого начала, я полностью уберу дороги. Thank you.
Ну что ж, тут мы сейчас будем строить кое-какую дорогу. Я буду попытаюсь сделать такой себе сразу же разъезд. То есть мы поднимаемся сейчас красивенько вот сюда. И сразу же. Так, здесь мы попробуем сделать двойное кольцо. Ну, или, по крайней мере, хотя бы одинарное, но чтобы было похоже на кольцо. В чем суть этого кольца? А суть в нем в том, что будут два разных кольца. Одно кольцо на въезд. Они все будут через центр идти. То есть, смотрите. Выезд всегда спрятан. Ну, то есть проблема выезда в чем? Что он всегда сделан таким образом, что все машины спускаются с правой стороны. Заезжает и выезжает с правой стороны. Мы же попробуем сделать так, чтобы машины заезжали слева, а выезжали справа. А именно. То есть из города они будут заезжать через центральный круг. Вот так. И выезжать точно так же. Например, вот отсюда. Вот так вот. Мне нужно было бы еще одну сделать. На выезд можно сделать еще одну. Давайте попробуем сделать на выезд дополнительную дорожку. Нет, все-таки как-то она не так, как бы я хотел. Когда мы сделаем так, а здесь мы завернем. То есть тут будет такой себе кружок. Правда, если он будет очень плохо работать, я его уберу нафиг. Потому что не знаю, как он работает сейчас. Это все
Будем смотреть по ходу. То здесь, наверное, будет пробка. Так что, в принципе, пока не надо. Давайте тогда уберем этот некрасивый кусочек. И добавим более-менее красивенький. Вообще плохо делать все с одной стороны. Ну ладно, как есть. Ну что ж, теперь мы можем делать дороги, автострады. Давайте же добавим сюда автостраду, которая будет... Центральный... Блин, я, наверное, не так сделал. Блин, я не то сделал, черт возьми. Да, к сожалению, я сделал совсем не то. Такое кольцо нужно было делать не на этой штуке, а на вот соседней. Ну что ж, а тут мы сделаем все намного проще. Тут будет соединение. Но не просто соединение, а красивое соединение. Тут мы просто как красивые эти подсоединяем наверх. Вот так вот. И идем. Но я попробую сделать все более красиво. Вы спросите, что имеется в виду под более красиво? Под более красиво я имею в виду нить ДНК. Ну или, по крайней мере, я попробую ее сделать, а не так она выйдет, не выйдет. Но, по крайней мере, задумка такая у меня была. Рано, точнее, слишком поздно. Так. Вот так вот тут уже идет спуск. В свою очередь здесь идет подмост, по идее, но что-то он какой-то грустный. Да, явно у меня что-то не получается. К сожалению. Ну ладно. Может быть, как-нибудь в другой раз попробуем. Ну что ж. Хотя нет, я все-таки уверен, что это можно сделать, поэтому давайте же попробуем. See you.
Хотя тут в принципе, это пусть будет идти где-то на эту часть города. А тогда тут уже будем сам строить город. Ну, я думаю, уже в следующей части. Так что я, наверное, тут оставляю как есть. И на этом с вами заканчиваем. На этом с вами был Вакод. Спасибо, что смотрели. Удачи!